чтобы сделать утку, берем квадратный лист бумаги. Подойдет квадрат любого размера. Я взял лист размером 15 на 15 сантиметров. Берем лист, складываем его по диагонали с угла в угол. Раскладываем обратно. Теперь в другую сторону складываем лист по диагонали с угла в угол. Снова раскладываем. И боковые стороны загибаем к центральной линии с обеих сторон. С одной стороны загнули и таким же самым образом загибаем с другой стороны. Теперь лист складываем вдвое, фиксируем положение. И по контрольной линии складываем листочек вдвое. Хорошо наводим контрольную линию. Раскладываем листочек обратно. Теперь по этой контрольной линии загибаем листочек вниз. Снова хорошо наводим контрольную линию. Разгибаем обратно. И делаем также в другую сторону. Загибаем листочек по контрольной линии. Снова хорошо наводим контрольную линию. Разгибаем листочек обратно. Теперь листочек по контрольной линии поднимаем вверх, выравниваем. Расширяем середину и листочек расплющиваем. Фиксируем положение. Складываем листочек вдвое. Фиксируем положение. Теперь листочек складываем снова вдвое. Берем верхний лист и загибаем его к началу листочка. Хорошо наводим контрольную линию. Раскладываем обратно. Берем заготовку, переворачиваем на другую сторону. Делаем то же самое. Складываем листочек вдвое. И хорошо наводим контрольную линию. Раскладываем обратно. Теперь раскрываем листочек. Фиксируем положение. И по контрольной линии снова складываем листочек вдвое. Хорошо наводим контрольную линию. Поднимаем листочек вверх. Расширяем середину. И загибаем боковые стороны в середину. Начинаем сверху. И складываем одну сторону. Прижимаем немного вниз. И также делаем с другой стороны. Опускаем листочек назад. Фиксируем положение. Получается вот так. Складываем листочек вдвое. Фиксируем положение. Теперь уголок загибаем к началу загнутого листочка. Хорошо наводим контрольную линию. Раскладываем уголок обратно. Берем заготовку. Выравниваем.
расширяем середину и загибаем листочек в середину. Складываем листочек вдвое. Немного уголок поднимем вверх. Ложим. Фиксируем положение. Теперь перевернем верхний листочек на другую сторону. Так, фиксируем положение. Берем заготовку, переворачиваем на другую сторону и уголок загибаем к началу загнутых листочков. Фиксируем положение. Теперь от края отступаем немного места и переворачиваем уголок в обратную сторону. Фиксируем положение. Переворачиваем заготовку на другую сторону и складываем листочек, переворачивая его на другую сторону. Фиксируем положение. Получилась вот такая голова. И делаем хвост. Для этого уголок загибаем к нижнему уголку. Фиксируем положение. Теперь от уголка отступаем несколько миллиметров и переворачиваем уголок вверх. Фиксируем положение. Получается вот так. Теперь листочек раскладываем. Берем заготовку, выравниваем, расширяем середину и загибаем уголок в середину. Складываем, фиксируем положение. Берем заготовку, немного переворачиваем листочек. Видим, у нас есть здесь две контрольные линии, которые собираются в уголок. И возле этого уголка поднимаем листочек вверх. Фиксируем положение с одной стороны и с другой стороны. И складываем вдвое. Снова фиксируем положение. И теперь делаем крылья. Для этого от одного уголка к другому уголку переворачиваем листочек вверх. Фиксируем положение. Переворачиваем на другую сторону. И делаем то же самое. С одного уголка к другому уголку переворачиваем листочек вверх. Ориентируемся по нижнему листочку, чтобы крылья получились одинакового размера. Фиксируем положение. Теперь берем заготовку, опускаем крыло, переворачиваем на другую сторону, снова опускаем крыло, ставим, и теперь наша утка полностью готова.